буквы «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Эти личности чувствуют ответственность за своих близких, однако не следует проявлять о них чрезмерную навязчивую заботу. Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Представители этого имени уравновешены, честны и готовы прийти на помощь. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Они добросовестные и исполнительные работники, прекрасно ладят с окружающими. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.